na 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 Не просто посольство в Одессе, не просто посольство в Украине, не просто на континенте посольство юмора. Это посольство юмора вообще во всем мире. Первое посольство. И каждый может прийти в наше посольство и получить дипломатическое бомбоубежище. Вот, аплодисменты послу. И сейчас мы снимаем эту тряпочку. Медленно снимаем. И посольство Щебел открыто. Вы что, не видите, который час вообще-то? У меня обед. Звук до трех. Я прошу прощения. Побежите, люди пришли. Ксюша Леонидовна, это пришли, народ пришел, собрался, журналисты. Сейчас мы все решим. Журналисты, ну и что? Вы меня взяли на работу, сказали, звук до трех обед. Как... Вот вы этим ртом своим кушаете, и потом такую фигню говорите. Люди пришли, у нас посольство открывается. Вот табличка, написано посольство. А что на верх ногами, кто прицепил? Кто верх ногами? Куда вы лезете? Какой верх ногами? Вам что, не нравится табличка? Там написано верх ногами, как это читать, если... Вы не умеете читать, ребята, помогите ему, переверните его, пусть он читает. Что, видно? Очень. Нормально видно? Да, посольство юмора в Украине открыто! Дорогие друзья, если у вас плохое настроение, если вы потеряли чувство юмора, если вас съедает тоска, доедает уныние, если вас душит жаба, преследуют серьезные проблемы, или серьезные люди, если вас преследуют, если вы плохой танцор, или если вам просто дают плавки, мы готовы предоставить вам юмористическое убежище. А сейчас я хочу предоставить слово нашим коллегам, послам юмора во всем мире, представитель великобританских клоунов, ассоциации всех клоунов, Поль Марокко, под ваши бурные аплодисменты, прошу вас сюда. From also the Spanish and Basque representation, I'd like to invite my colleagues, Marcial Elvia, Гевон и Эдайя. А также от Испании и от басков наши представители хотели бы тоже кое-что сказать. От басков? Не от басков. Они говорят в восторге диком, они еще никогда не участвовали в таком празднике, в таком веселом, таком ярком, красочном. Оле! Полный дурак. Они в восторге от Георгия Демиева. Пожалуйста. И Бориса Барского. We would like to bring the ambassador from America, United. Peter Petrovsky. Hi, I'm from America. I'm Jewish. I'm happy to be here. Thank you. Anyway, I come from America, and I represent all the clowns from America going blah, 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 blah. And also, Dizzy Gillespie says hello. And I just want to say, it's exciting to be from America and be in the Ukraine and feel the love of this place. It just makes you want to go, which is better than me. Как переведу, он сказал, что все клоуны, они как голуби мира, но ни один клоун еще не нагадил никому на голову. Ну и, наконец, загадочный маэстро Воронин, представитель Германии. Хочу выпить за эту красивую идею, как посольство юмора. Просто. Горько. С Новым годом. Очередная грибля хочет сделать.
фестиваль открыт, дорогие друзья! Ура! Три события мы отмечаем вот сейчас, в данный момент. Это открытие фестиваля комедиада, это открытие посольства юмора на Украине. Десятилетие дома клоунов, ровно 10 лет назад. 10 years anniversary of this theater. В полуразрушенном помещении вот мы начали свою деятельность. Ну что, готовы к танцу? Да! Готовы к безудержному веселью? We'll be right back.
Богом полный. Спасибо Георгию и Наташе, которые пригласили нас на это чудеснейшее зрелище. Чудеснейшее зрелище на всей планете. Сегодня, мне кажется, из десятков государств приехали люди сюда. Всех с праздником! Удачи! Счастья! Когда такой потрясающий артист принимает участие в нашем конкурсе, это украшение нашего фестиваля, поэтому вполне заслуженно гран-при члена жюри вручили этому потрясающему клоуну, комедианту, комику, акробату.
У нас с вами и у всех клоунов, у всех артистов пандомимы праздник. Тем более в Одессе сейчас, в Доме клоунов, которому исполнилось 10 лет. А когда-то давно Этьен де Клу, Гаспар де Бело, учителя Марселя Марсо. Потом Аркадий Сакович Райкин, который человек разговорного жанра, в Германии на конкурсе пантомимы занял первое место. А Леонид Ингибаров, а Феликс Агаджанян, Александр Жиломский, Олег Емцев. Всем вам низкий поклон. Mettila, 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 m